Я под таким сейчас впечатлением, мне можно и поделиться немножко. Ребят, всем привет, это Илья, вот как раз возле посольства США, с девушкой, которая получила визу. Расскажите, как там вообще обстановка? Слушай, я пришла сюда без 15:08, я простояла 3,5 часа, простояла, но я получила свою визу невесты, которую я ждала целый год. Соответственно, там около 150 человек с утра запустили. А на какую категорию визы в основном народ стоит, не знаете? Было очень много народу на B1, B2. Было очень много на иммиграцию людей, как с невестами, так и с воссоединением семьи. И, соответственно, были... Хор турецкого, кстати, там был. Да? Да. Отказов много, как там народ? Нет. Ну, по крайней мере, я так смотрела. На неиммиграционную, честно, не смотрела. Понятно. С иммиграцией нет. А вы во сколько приехали? Во сколько зашли сразу? Здесь вот я недолго ждали? Я приехала сюда без 15:08 и стояла вот там. Я понял. Потом вон там, а потом уже внутри. И, короче, вот только-только какой, только я в какой вышла. Штат поедете? Флорида. Были до этого Солнышко в Америке? Солнышко меня ждет. Я нет, я не была. Я еду к будущему мужу. Так, о, классно. Вот. Удачи. Всё. Вам. Спасибо большое. Вам. Спасибо. До свидания. До свидания.